7 мая в бассейне «Альбатрос» состоялось традиционное спортивно-патриотическое мероприятие «Эстафета Победы». Событие объединило людей разных возрастов, которые проплыли эстафету 78 по 50 метров и отдали дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Людей больше каждый год. Каждый год добавляется еще один год от момента Великой Победы, поэтому в этом году это 78 этапов, на следующий год 79, ну и так далее. Люди всегда с огромным удовольствием приходят и этим самым, наверное, на мой взгляд, замечательным образом празднуют этот великий праздник. Поскольку смотреть концерт, наверное, интересно, здорово, но чувствовать себя причастным к этому великому событию не получается. А здесь физической культурой, самым лучшим видом спорта плавания, самым оздоровительным, можно показать свою причастность к этому великому празднику и просто получить заряд бодрости и отличного настроения. В заплыве приняли участие известные омские спортсмены Юрий Мухин и Яна Романова, воспитанники кадетского корпуса, все желающие почтить память героев Великой Отечественной войны, причем не только из Омска, но и из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Я стараюсь поддерживать всегда такие события и поддержать в виде участия в спортивном мероприятии, которое посвящено нашему, наверное, самому любимому празднику в году. Это, конечно, для меня честь, и я всегда стараюсь это делать. Понятно, что когда видишь столько людей, которые пришли, которые присоединились к этой акции, к этому событию, понимаешь, что все-таки наша страна действительно неравнодушна, это мы помним. Многие участники эстафеты Победы вышли на старт с семьями. Это очень почетно. У меня дедушка воевал на Курской дуге, Борисов Николай Захарович. Он награжден орденом славы третьей степени. Я хочу посвятить этот заплыв ему. Всего в заплыве приняли участие 234 человека.